как помочь малым предпринимателям, особенно из числа молодых мам, знают в Костромской области. Хорошие результаты там дает специальная программа регионального центра занятости. По ней можно получить субсидию для открытия собственного дела, а еще пройти переобучение. Как это работает, узнал наш корреспондент Андрей Кузнецов. Парад интересный. Даже взрослым вдвоем играют и папы, и мамы, когда приходят. Анастасия Чернова показывает аттракционы, кафе со сладостями и, конечно, новые игрушки. Детский развлекательный центр в небольшом городе она открыла, когда осталась без работы. Фирма, где до декретного отпуска трудилась Анастасия, закрылась. Ну, потому что в нашем городе для детей практически ничего нет. В летнее время только парк с качелями и как бы ничего такого. Вот я и решила, давно собиралась, и сделать свой маленький такой вот развлекательный. Молодой маме помогли составить бизнес-план и получить субсидию в местном центре занятости. Она купила батут, игровые автоматы и тренажеры. В дело Анастасия вложила и все накопления. В том, что оно не прогорит, теперь уверена на все 100. Развлекательный центр открылся совсем недавно, но уже пользуется неизменным спросом. Отдыхать сюда приходят целыми семьями, и владелицы бизнеса надеются буквально за несколько месяцев компенсировать расходы на приобретение оборудования и аренду помещений. Таким, как она, безработным мамам в Костромской области помогают открыть свое дело. По программе самозанятости женщины получают финансовую и юридическую помощь. Субсидия составляет 12-кратный размер минимального пособия по безработице – 58 800 рублей. Одновременно с тем, что мы оказываем материальную поддержку, вот эту единовременную финансовую помощь для открытия собственного дела, мы при наличии необходимости можем направить кандидата на обучение. Берешь складочку, мышцу, вот, кровообращение улучшается, лимфоток улучшается. Фельдшер Наталья Киселева несколько лет назад попала под сокращение. В 43 года осталась без работы с маленьким сыном на руках, но не отчаялась. По региональной программе бесплатно прошла обучение на курсах массажистов и открыла в своем поселке кабинет красоты и здоровья. Страшновато, конечно, я волновалась, но ничего. Гляжу, у меня все откладывается в голове. А потом, когда преподаватель меня похвалила, говорит, у вас хорошие руки, вы будете хорошим массажистом. Она вообще меня окрылила. Сельским модницам теперь доступны маски и пилинг, а после косметических процедур можно попариться в большой деревянной бочке с травами. Но главное, Наталью по праву считают лучшим массажистом в районе. Это всей семьей с удовольствием ходим. Руки у нее добрые, она может словами успокоить. Много клиентов и в парикмахерской Натальи Сулоевой. Бывший продавец, она открыла салон год назад. Купила все, купила мебель, купила принадлежности, купила краску, купила полотенца. На субсидию? Да. А уже потихоньку потом своими силами. Создать пусть небольшое, но свое дело. Только в этом году в области помогли 12 безработным мамам. А в следующем наверняка появятся и новые бизнесвумен. Несколько интересных проектов уже рассматривают в региональном центре занятости. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Илья Коротков, Мария Емельянова и Елена Кузнецова. Первый канал, Костромская область.